Я тут решил, что мне все-таки лучше одному ходить. С этими хмырями, да, с маргинальными, хотя я веселуха, да, ну какой-то пиздец потом. Короче, приехали, да, там, беготня какая-то бесконечная, да. Приехали даже в Москву, дошло до того, что в Москву поехали, да. В клубную какую-то часть, да, там, а там парк закрыт, через который проход. Целых 3 часа обходили, да, народ обходил и не мог попасть на эту болотную площадь, да, где клубы, где как в гнилое яблоко черви впились эти, в завод «Красный Октябрь» клубы с проститутками и блэкджеком, ну и музыка еще, вот. Я такое не люблю, что не знаю, что, лучше мне одному по лесу шастать, по осеннему уже лесу, уже по такому конкретно осенним. Вот. Пожух, не собранный иван-чай. Вон он, белый, с этой штуками, да? Это он. Мы даже парочку сеней собрал. Можем его и можем в таком виде собирать. Вон он какой становится. Можем его и можем в таком виде собирать, но я не знаю. Он уже сушеный. Фу, блядь. Запах, конечно, тот еще. Может так его собрать, пару листьев заварить. А если ошибусь, если это не он? Че тогда? А, вот и все вопросы. Вот такие травинки вообще всегда обожал. Такие травинки. Травинки the best. Так крутишь, да, только я ее не вырвал, похоже, правильно. Она с этой штукой осталась. Ну и какой дурак может пойти в лес, да, к ручью, когда осень, да, и дождь обещали. Притом 1 миллиметр осадков я не боюсь, но только я, наверное, могу пойти. Других таких идиотов нет. Но ничего не поделать, надо. Надо хоть раз в году сходить туда. Вот, это вообще грустно, как-то не то. Тут антипожарные, видите, разметили, чтобы линии электропередач не пострадали, если вдруг пожар или вдруг от них пойдет. Ров такой сделали. Смотрите, короче, как дорогу поразъездили на своих квадроциклах, да? Наступаешь так. И пыль летит каждый раз. А у меня кроссовки эти впитывающие, да? Дырявые, полные кроссовок пыли будет. Полный кроссовок пыли. Не иначе как. Притом все стороны такие же. Вот тут вот прикольчик есть. Там стоит объявление, на нем написано «Лес посажен 4 гектара». Где? Это вот это? Вот эти кустики. Это лес посажен 4 гектара? Ой, не верю. Я, во-первых, не верю. Во-вторых, не вижу. В-третьих, это на линии электропередач этих. И, соответственно, срежут. А за ними там нет вроде ничего. Может там что-то мелкое. Вон там. Но она вряд ли. Во, мышиный, короче, горох. Мышиный горох. Не знаю, правильно называю, как хрень, да?
По мне так это мышиный горох. В больших объемах растет, в неслабых. Этот мышиный горох. Ладно, вот нормальная дорога наконец, но ботинков уже не спасти. Ботинков. Хотя нет, такая же пыльная и сраная, как и все другие. Похоже, начинается еще и дождик. Будет начинаться. Но ничего, ничего. Нам недалеко. Это уже осадка 0,1 миллиметр, я посмотрел. Это хуета. Ноль один миллиметр это хуета. Да, с такими кроссовками уже в электричку не пустят. Скорее всего. Я хотел про маргинального хмыря, а что-то херню несу какую-то, да? А, это про маргинального хмыря еще давайте. Что-то он искать пошел, шлюх какую-то он нашел. Каких-то шлюх двоих в прошлый раз. Привел, нифига, все обиделись на него потом. Это... Вот себе и клубы, он по-другому не умеет. Поколение 80-х записывать и конспектировать себе. Просто. Поколение 80-х не умеет знакомиться в интернете, нифига, интернет не умеет. Они только это самое, да? В это залезают. Как ее? В клубы там пытаются знакомиться, а там проститутки. Они потом удивляются, говорят, что все вокруг шалавы и ебут с 13 лет. Вот. Ну а то, конечно. А что, не проститутка в клуб пойдет, что ли? Допустим, не проститутка, не динамщица какая-то. Никогда. Никогда вот такого в жизни не увидите. Чтобы не проститутка в клуб пошла. Накрасилась такая вся. Под блондинку. Старого кашалота. Не, нифига такого вы не увидите в жизни. Хоть 1000 лет живите. Вот, как и на сайте знакомств то же самое. Ничего нормального вы не увидите. Или проститут... Мало того, что проститутки, а там такие же проституты еще. Блин, ветер пиздец, конечно. Я вырубаюсь, думаю, это ручья, потому что ветер пиздец, да. Короче, все проститутки и проституты, кто там на сайте знаком сидит или в клубе копается. Нахуй так жить. Тушите очень свет пока.